какой гость из ЧВД тебя больше всего удивил в лучшую сторону? То есть ты думал, что он прям конченый, а оказалось, что нет. Так, ну, за исключением слова «конченые». То есть я думал, что будет гораздо хуже, а было вообще потрясающе. Это Шуфутинский. Дядя Миша, великий тип. Да, да, да. То есть я не думал, что он настолько свежий. В приколе вообще дядька. Да, да, да. То же самое, наверное, Григорий Лепс. Тоже на позитиве. Ну и... Ну и Богдан Титомир, конечно же, как без него. Это лучший вообще человек. Я бы с ним жил бы.